Знакомьтесь, это Дантес Абушаев, 13-летний житель Элисты. Мальчик с раннего возраста остался без матери, и его воспитанием занимается бабушка. Недавно Дантес стал подопечным сотрудников следственного управления по Республике Калмыкия. Из-за проблем со зрением каждый день Дантеса – это преодоление трудностей. Но он не теряет веру в себя и своим примером показывает, что люди с ограниченными возможностями способны добиваться успехов. Удивительно устроен человек. Часто проблемы с одним из органов чувств компенсируются активным развитием другого. Это произошло и с Дантесом. Мальчик, имея проблемы со зрением, прекрасно поет, участвует в творческих мероприятиях и вокальных конкурсах. Весной Дантес научился играть на калмыцкой дамбре – национальном музыкальном инструменте. Благодаря своему упорству, силе духа и целеустремленности он быстро освоил новый инструмент. В октябре Дантес стал лауреатом окружного этапа 12-го международного благотворительного фестиваля «Белая трость» в Южном федеральном округе. Этот музыкальный проект помогает раскрыть таланты незрячих и слабовидящих детей. Абсолютно новое, изготовленное специально для Дантеса с учетом его особенностей дамбра, стало новогодним подарком от офицеров Калмыцкого следственного управления. Поздравить Дантеса с приближающимися новогодними праздниками пришел руководитель следственного управления Алексей Владимирович Сердюков. С нескрываемым восторгом и волнением ребенок осматривал новый музыкальный инструмент. Мечтаешь стать музыкантом, следственное управление организовало тебе изготовление вот этого нового инструмента, мы тебе его дарим, и хотим, чтобы в дальнейшем твои мечты обязательно сбывались. Прими, пожалуйста, от нас этот подарок. Новый инструмент для Дантеса изготовил именитый мастер, заслуженный деятель искусств республики Мирген Сергеевич Настинов. Он с большим удовольствием откликнулся на предложение региональных следователей исполнить мечту мальчика. Ко мне обратились сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Республике Калмыкия с просьбой изготовить инструмент мальчику Дантесу. Я слышал про этого мальчика, он победил в конкурсе «Белая трость». Очень перспективный ребенок, очень замечательный, талантливый человек. Я с удовольствием согласился воплотить в мечту этого мальчика, сделать ему новый инструмент. Дай Бог ему белой дороги в творчестве. И если он будет взрослым музыкантом, я обещаю, я ему сделаю более взрослый инструмент. Лишь бы только занимался, вперед-вперед шел. В завершении мероприятия Дантес продемонстрировал гостям игру на новом музыкальном инструменте и от души поблагодарил за столь ценный подарок.